В Элистинском политехническом колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению учебному заведению имени Ильи Немановича Эльвартынова, выдающегося сына калмыцкого народа, одного из активных участников возрождения республики после депортации. Элистинский политехнический колледж с момента открытия в 1965 году и на протяжении всей своей истории активно участвует в развитии народного хозяйства республики. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов, нужных для республики сферах – дорожное, промышленное и гражданское строительство, энергетика и многие другие. Илья Неманович всегда уделял особое внимание колледжу, содействовал профессиональному росту педагогов, способствовал сохранению и дальнейшему развитию заведения. Как Илья Неманович решал вопросы развития республики, тех направлений, которые он курировал? Он очень глубоко подходил, он даже нам говорил, так вот посылает широкими мазками, не надо закапываться в текучку, какие-то там мелкие вопросы. Надо решать так вопрос, чтобы он глобально, кардинально решал вопрос по развитию отрасли, развитию нашей республики. Он пользовался колоссальным успехом среди всех руководителей республики, да и в Российской Федерации.